А уже сейчас водителям региона стоит подготовиться к дополнительным тратам. Речь о тех автомобилистах, которые считают себя на дороге главными и не соблюдают правила. С 10 ноября по всей стране увеличены штрафы для шоферов, не пропускающих пешеходов на зебре. Раньше за такое нарушение водителя наказывали на 1500 рублей, теперь сумма штрафа может достигать 2500. Попрощаться с этими деньгами автолюбителю придется, если он не пропустит велосипедиста, пользующегося преимуществом. Конечно, ужесточают наказание не просто так, эта мера вынуждена, иначе как урезонить водителей, повально ущемляющих права других участников движения. Только за 9 месяцев 2017 года в Иркутской области зарегистрировано 245 аварий на зебре, в которых пострадали люди, 9 пешеходов. Погибли. ДТП происходят как на регулируемых переходах, так и там, где нет светофоров.